Всем привет! Возникла идея для интересной самоделки. И я думаю, вам стоит это увидеть. Друзья, и как всегда, легким движением рук, и у нас сегодня получилась самодельная универсальная воздуходувка, при помощи которой можно сдуть любую пыль или же мусор. Ну а прямое ее предназначение — это подув для угля при жарке шашлыков. И не надо махать какими-то дополнительными предметами для раздувки угля. И сейчас я вам покажу самодельное приспособление в работе. При помощи данного сегодняшнего самодельного приспособления жарка шашлыка ускорилась в разы, а самое главное — равномерное пропекание. И я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя самоделка. Так что ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями, комментируем видео. А также не забываем смотреть мои предыдущие ролики и жать колокольчик под видео, чтобы быть в курсе выпуска новых видео на моем канале. Ну а на сегодня у меня все, и надолго я с вами не прощаюсь. Увидимся, как всегда, в следующем видео. Всем до скорого!